Будущий дизайнер Аламафрус Шарипов музыкальному мастерству профессионально нигде не учился. Тем не менее, на студвесне вокалист-любитель сумел завоевать расположение судей, исполнив композицию на родном таджикском языке. Неожиданно для себя молодой человек стал лауреатом. Думаю, что это отличный результат для первого раза. Немножко был в шок. Я вообще даже не подумал, а не дадут ли третье место там, не знаю. Но когда тебе скажут, что чудвиш, это уже, не знаю, немножко был в шок. Высшие награды получили более 200 участников фестиваля. 44 дня они пели, танцевали, соревновались в ораторском искусстве и украшали музыкальные инструменты. Жюри было не просто выбрать лучших. Было подано 603 заявки на участие в фестивале. 1652 участника. Ну, достаточно весомые цифры. А самое главное, сколько было искрометного творчества, яркости, креатива. Победители областного этапа представят наш регион на Всероссийской студвесне. Она пройдет в Самаре для учащихся вузов и в Челябинске для студентов профессиональных образовательных учреждений. Ангелина Яхонтова, Роман Федорков. События дня.